Ребят, всем привет! С вами снова охотник-любитель. И вы на моем канале. Мы с вами снова на охоте. У нас сегодня 25 ноября. Время начала 9. Мы уже в угодьях. У нас зима полным ходом наступила. Дня 4, наверное, или 5 назад выпал снег. Хороший, нормальный такой снег, сантиметров 15, наверное. Ну, как он только выпал, сразу поднялся ветер. Весь его сдуло, согнало. Где в посадке, где во враге. То есть охотиться было невозможно. Хотя и мороз давил так в районе 10-12 градусов. Наверное, дня 2-3 было. Ну, вчера перебил все на тепло. 0 плюс. На снегу корочка образовалась. И весь день вчера еще снова шел снег. Сегодня вроде как ветрено. Но за счет того, что снег сырой, немножко с корочкой, он держится, не сдувает его. Ну, мы выехали в надежде что-нибудь найти. Заяц вставал, не вставал, это большой вопрос. Сейчас прочешем этот карьер старый. Следочки есть, лисичка-то ходила здесь. Все истоптано. Потом там широкая посадка еще есть. Туда переедем, посмотрим. Ну, короче, будем чесать кусты. Одним словом. Ну, если где попадется зайчик, в смысле следочек, попробуем его тропануть. Вот такие вот дела. Пруд замерз, но еще не совсем, потому что вот везде тут полынья, там полынья. Ладно, все, ветер от меня в ту сторону. Сейчас включаем тишину и становимся на номер. Я здесь встану. Отец вон там в березках стоит. Товарищ с собаками зайдет, прочешет этот куст. На месте, трогай. Отец взял. Один выстрел был. Не пошла на меня, мимо так проскочила. Так, ну что, первый загон у нас удачный. Вышла она сама мимо меня, прошла, но далеко. Не пошла она на меня, пересекла овраг и вышел к растону отца. Взял он ее. Сейчас дойду, покажу. Ha ha ha!
нее, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, Буран, Буран, давай. Давай, давай, давай. 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 Давай, 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 давай. Буран, иди, вот, 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 вот. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай. Иди, иди, давай, 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 давай. Все. Все, 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 все. Давай, давай. Так, ну что, ребят, вы сами все видели. Тот, кто в теме, поймет, зачем все это было. Всех этих зеленых, голубых и красных прошу мне не писать насчет жестокого обращения. У нас здесь охота, ребят. И здесь только так, и никак по-другому. Сделано все это было вот для этой. Потому что для нее это первая живая лиса, которую она видит так близко. А ей всего ничего. Полгода. Добрали они ее немножко, помяли. Нормально. Вот этот только чуть мой не подошел к ней. В прошлый раз на закрытии тяпнул его одна. И как-то он сейчас к ним с холодком относится. Ну да ладно. Отец у нас отличился в этом году. По лисичке каждый из нас уже взял. Все. Их я сейчас отправил к машине. Сейчас они там ее покладут на место. Я собак на шорке взял, сейчас обойду. Тут впереди у нас широкая посадка березовая. Там она березовая, а внутри овраг и терновником весь заросший. Там лис тоже держится. Сейчас зайдем. Я думаю, что-нибудь будет. Они встанут в торце там. Вот такие вот дела. Все, сейчас дойду, включусь. Так, ну что, ребят, дошел до посадки. Вот это там широкая заросшая посадка. Собак отпустил. Ушли они в нее. Ищут. Ну, я сейчас краешком так потихонечку пойду. В сторону своих тут. Погода совсем испортилась. Буран какой поднялся. Здесь вот за посадкой еще немножко тихо. Так в поле вот смотришь, прям несет его. Сильно снег. Сколько вот прошли. Места такие перспективные. Зайчих следочков нету. Скорее всего, опять не вставал. Может быть, где на месте потоптался. В пределах 30 метров от старой лёжки. Здесь вот уже половину мы этого куста прошли. Больше половины, надо же посадки вот этой. Тишина. Так, ничего, ребят, не было в этой посадке. Хотя тоже такое место перспективное. Метель доборил что-то, но гнать не гнала.
вышел к отцу туда на номер. И никого не было, в смысле. Но она по ком-то доборила. Причем она сегодня вот одна пытается работать. Работает не назовешь, конечно. Остальные вообще молчат. Ну, я все это дело списываю на погоду. То, что переход с черной на белую тропу. Больше ничем это не объяснишь. Ладно, сейчас попробуем вот эти уступы деревни пройти. Может, здесь что будет. Так, ну что. Начало у нас было оптимистическое. В первом загончике лисичка была. Добыли ее. Собачки немножко потрепали. А сейчас все впустую. Вроде бы и места такие все шоколадные, а нет ничего. И лесой все истоптано, следов полно.